сюда, и ты станешь лучше, как я. Что это было? Займу место Полин. Это робот Меган. Я должен что-то придумать. Спасти Полину. И советую, человеческий ребенок, со мной воевать. Что это было? Странно, куда она делась? Только что была здесь. Странно. Полина сегодня какая-то странная. Мне кажется, с ней что-то не так. Ребятки, поскольку обед готовил я, будем сегодня есть пиццу. Вау, класс! Мне побольше кусочек. Полина, тебе я положу. Люблю, когда обед готовит папа. Спасибо, но я не буду. Я старался, это твоя любимая с курицей. Полин, ты же обожаешь пиццу с курицей. Я буду еще кусочек. Я не голодная. Полин, я старался. Съешь хоть кусочек. Хочешь, я тебе газировки принесу? Не надо, папа. Я буду есть. Вот и молодец. Кушайте. Что ты с ней играешься? Ешь давай. Я ем. Не понял, куда это она? Что это было? Чего она такая странная сегодня? Ребята, с Полиной что-то не так. Моя сестра никогда бы не выкинула пиццу. А вдруг ее подменили? Я должен это проверить. Есть идея. Ну где-то же тут я его видел.
Вот он. Полины любимый блокнотик. Она думает, что это как у Wednesday. Настоящая Полина была бы в ярости, если бы я его взял. Полина, кажется, я случайно нашел твой любимый черный блокнот. Он такой красивый, прям как у Wednesday. Ладно. Тебе все равно? А если его случайно порву? Можешь вырвать из него листик, если тебе он так нужен. Правда? Правда, правда. Можешь забрать его себе. Ладно, спасибо. Ребята, это точно не Полина. Полина бы никогда так спокойно не отреагировала. Кто-то подменил мою сестру! Но как же мне теперь узнать, что она такое и где настоящая Полина? Низкий заряд батареи. Заряд батарейки 90%. Мне не послышалось? Заряд батарейки 99%. Ребята, походу я все понял. Полину подменил настоящий робот. Зарядка завершена. Так быстро? Даже телефон так быстро у меня не заряжается. Ребята, она меня увидела! Она меня точно увидела! Сережа, подглядывать нехорошо. Это она мне? Ладно. Ладно, фальшивая Полина, я знаю, кто ты. Ты робот Меган. Отвечай, что ты сделала с моей сестрой? Где она? Как жаль то, что ты все узнал. Теперь ты можешь помешать моему плану. Мне придется от тебя устранить. Иди сюда. Я тебя не обижу. Ага, сейчас. Я родителям расскажу, кто ты на самом деле. И они заставят тебя вернуть Полину. Иди сюда, и ты станешь лучше, как я. Отстань! Со мной тебе не справиться. Посмотрим. Как ты это сделала? Устранить цель. Гадкие люди. Папа, папа! Что случилось? Там Полина! Полина! Так, Сережа, успокойся и внятно мне расскажи, что там? Полину подменила кукла-робот! Чё? Папа, честное слово, робот Меган! Сережа, ты чё, в компьютерные игры переиграл? Она пыталась меня словить! Там вся дверь в цветном скотче! Пошли, я тебе покажу! Пошли, пошли, скорей! Я не могу понять, тебе что, скучно? Сейчас посмотрим, что там Полина за робот. Ну, Полина на месте, где Меган? Папа, я тебе честно говорю, это и есть Меган, она подменила мою сестру. Сын, я не могу понять, что происходит? У вас с Полиной какой-то спор. Пап, а что случилось? Она робот! Я? Сам ты робот! Еще тут был какой-то мешок. Она меня туда пыталась засунуть. Так, Сережа, это не смешно. Ты специально тянешь время, чтобы не учить уроки? Пап!
это правда! Она даже свою еду в мусорку выкинула, потому что роботы не могут есть людскую еду! Блин, это правда? Я? Нет. Но, папа, я точно видел, она выбросила эту пиццу! Так, мне это все надоело. Ваши эти детские игры, разбирайтесь между собой. И не наговаривай на сестру, спокойно она сидит, делает уроки, занимается своими делами. Ну, пап! Все, хватит, закончен разговор. Иди занимайся уроками. Так ты всех обманула, ты не ела батончик! Верно подметил, я всех обманула. А теперь, наконец-то, устраню тебя. Теперь ты от меня никуда не денешься. Что ты сделала? Выпусти меня! Почему дверь не открывается? Что ты сделала? В ловушке, не пытайся выбраться. И не мечтай, если ты меня устранишь, то мама и папа сразу догадаются, что ты робот. Ничего, заменим тебя, будешь идеален, как я. И не думай даже! Любимый стакан с водой, Полины, роботы же боятся воды. Стой на месте. Вот, смотри! Водой хочешь меня облить? Даже не думай. Как ты так? Ты что, мои мысли читаешь? Возможно. Ребята, мне конец! Полина! Сережа! Что вы тут делали? Почему дверь закрыта? Играли, папочка. Ладно, Сережа, ты можешь отвлечься на минутку? Мне нужна твоя помощь. Да, конечно, пап! Хорошо, пошли скорее, а то у меня времени совсем нету. Ребята, если бы не папа, мне бы был конец! И, кстати, что этому роботу нужно? Если я что-то не придумаю, то в следующий раз она меня точно словит. Точно! Я выведу Меган из строя. Я полью ее водой прямо из ведра в самый неожиданный момент. Ха! Стоп! Если я полью ее водой, то я не смогу узнать, куда она делала мою настоящую сестру. Я должен сначала вернуть сестру. Идея! Я прослежу за роботом. Может, тогда я и узнаю, где она прячет Полину. Сидит как неживая, ничего не делает. Как мне узнать, где Полина? Ребята, вы это видели? Такая маленькая девочка подняла целый диван. Но настоящую Полину я не нашел. Нужно продолжать следить за ней.
Чайник даже не включен. Ребята, вы видели? Она заставляет работать технику без электричества. Я в шоке. Она сюда идет. Я так лучше похожа на Полину. Только этот цвет повязки. Думаю, так лучше. Полина, иди пей чай. Конечно, пап. Я тебе чай приготовил. Садись, перекуси. Спасибо, пап. Ладно, кушай, по мне звонят. Алло. Сейчас посмотрим, как робот Меган будет кушать. Она снова выбросила еду. Надеюсь, в этот раз я смогу доказать папе, что она робот. Это что? Зачем это? Я говорил тебе, что докажу, что Полина робот. Вот. Что вот? Это мусорное ведро. Она снова туда выбросила еду, которую ты приготовил. Можешь сам сейчас открыть и проверить. Ну, Полина! Ведро пустое, пакет новый. Ты меня решила разыграть? Ну как так? Я лично видел, что она выбросила туда печенье. Этого быть не может, еда была там. Но папа, я честно видел. Полина, а ну пойди-ка сюда. А что ты тут рассматриваешь? Я сегодня выбросила мусор, чтобы тебе помочь с уборкой. Ну вот видишь, сын, хоть кто-то родителям помогает. Папа, я старалась. Пап, ну это показуха. Так, Сережа, успокойся. Полина умница, молодец. Вместо того, чтобы разыгрывать меня, лучше бы взял пример сестры и помог мне с уборкой. Пойду вынесу мусорное ведро назад. Не советую, человеческий ребенок, со мной воевать. Ах ты! Да уж, папа мне не верит. Может, мама поверит? Она как раз таки скоро должна прийти. Мама, у меня к тебе срочный разговор! Это не Полина, это робот! Пока тебя не было, она тут такое вытворяла! Сереж, ты что, ку-ку? Робот? Полина? Да, мама, это робот Меган! А, Сереж, я поняла, о чем ты. Правда? Поняла? Мы тебе забыли рассказать. Полина же участвует в проекте Меган. Это настоящая Полина, а робот в комнате, только он не рабочий. Чего? Как не рабочий? Так, ладно, Полин, ты повесь куртки, а мы пойдем с Сережей в твою комнату. Ну вот, смотри. Вот,
Но пока весь она не работает, даже не заряжена. Но, мама, она точно рабочая. Пока вас не было, она ходила, разговаривала и даже пыталась меня словить. Сереж, ну что за бред? Вот пульт от нее. Смотри. Ну вот, видишь, обычная кукла, даже не заряжена. Хм, она точно притворяется. Нам точно сказали, что она пока работать не будет. Ее даже не подключили к системе. Вот, можешь попробовать сам. Ну вот, все и решили. Я пойду помогу Полине раздеться. Что-то тут не так. Ладно, робот Меган. Я ее точно видел. Так вот же она! Я же говорил, что она здесь! Сережа, она же не работает! Она не включена! А вот и работала! Она за нами подсматривала! Я все видел! Сережа, тебе точно это показалось! Специально меня разыграл! Я пошла рисовать! Вот же ж Полина, не поверила. Я точно видел, что она подсматривала. Я не верю тебе, что ты не работаешь. А ну давай открывай глаза. Я тебя раскусил. Зачем ты за нами следила? А ну отвечай быстро. Притворяйся, что не работаешь. Я все о тебе знаю, хитрый робот. Ладно, твоя взяла на этот раз. Это же вещи Полины, что Меган делает. Мама, мама! Да, Сереж? Что там? Там та кукла-робот украла фломастеры и блокнот Полины. Идем, покажу. Сережа, да она же не работает, это скорее всего Полина. Да нет же, я же говорю тебе, что это была та кукла. Пошли скорее, пока она никуда не ушла. Да ладно тебе, к чему такая спешка? Пойдем. Вот она. Ну и? Меган выключена, блокнот на месте. Она нас подслушала и все на места положила. Сережа, не могла Меган украсть или вернуть Полинины вещи, потому что она вон, выключена и не работает. Видишь, она не работает. Ну я видел, да и к тому же недавно она была в твоей комнате, а теперь оказалась здесь. Наверное, она просто папе мешала, и он перенес ее к Полине в комнату. Кукла же сделана для нее. Но мама!
Сереж, ну хватит уже. Мне нужно сделать заказ вещей для малыша, а ты меня отвлекаешь. Иди занимайся своими делами, а я буду заниматься своими. Хитрый робот. Я все равно узнаю, что ты задумала. Ребята, я решил проследить за Меган. Посижу тут и подожду, пока она включится. Не может же она постоянно быть выключенная. Я узнаю ее план. Ну, хитрая. Но я тоже хитрый. Я дождусь, пока она включится. Ничего себе! Что я пропустил? Где она взяла такую большую коробку? Не понял, как она это сделала? Вот же мерзкий робот! Опять меня обманула! Говорю тебе, у нее была просто гигантская коробка! Мама сказала то, что эта кукла точно не работает! Мама просто не видела того, что видел я! И я этого не видела! Ребята, Меган задумала что-то неладное. Постоянно следит за Полиной, крадет ее вещи. Я должен это выяснить. А вы мне поставьте лайк, чтобы у меня все получилось. О, коробка! А Меган тут нету. Живая посылка в Стамбул. Живая? А это еще что? Это же краски и альбом Полины! Написано, что это живая посылка. Тут вещи Полины. Меган, что ли, хочет отправить куда-то мою сестру? Ребята, Меган хочет заменить мою сестру собой? Я должен что-то придумать. Спасти Полину! Я выключу робота! Ах, вот ты где! А я тебя везде ищу! Сын, а что за шум? Папа, этот робот работает! Она только что была в Полининой комнате, а теперь здесь! Да это я ее сюда перенес! Мама хочет Полине перестелить постель! А, понятно! Мне, наверное, просто показалось! Я буду в телефон играть! Что это? Похоже на какой-то чип. Погуглим. Ага, у кукол роботов нового поколения есть чип. Если его вытащить, можно полностью отключить робота. Это то, что мне нужно. Убери от меня руки. Я тебе воротник хотел поправить. Я слежу за тобой, человеческий мальчик.
список, она включилась. О, есть идея. А пойду, наверное, уроки учить. Ребята, я попробую попасть в этот чип водяным пистолетом. И может тогда она выйдет из строя. Думаешь, водой меня победишь? Я робот нового поколения. Я водонепроницаемая. Да нет, я не думал тебя сломать. Я просто играю с тобой. Ты же мне как сестра. Еще раз такое выкинешь, то я приму меры. А ладно, я тогда чайка пойду попью. Ничего не работает, ребята. Как же мне вывести из строя? О! Мама мне, наверное, чай приготовила, как и обещала, с моим любимым печеньем Орео. Немного передохну и обдумаю план с Меган. Такой вкусный чай, его прям весь хочется выпить. Что-то меня теперь так в сон клонит. Наелся. Стоп! Это что? Это что, мятный чай? Мама что-то напутала! После него я так крепко сплю! Пойду полежу. На секунду только прилягу и буду обдумывать план с Меган. Ха-ха, мальчишка попал в мою ловушку. Я изучила его организм и знаю теперь, что от мятого чая он проспит еще 30 минут. Этого времени мне хватит, чтобы отправить посылку с Полиной далеко-далеко-далеко. Нужно что-то сделать, но от этого чая даже глаза не могу открыть. Займу место Полины и буду жить, как обычная девочка. Глупенькие родители ничего не поймут, а с этим мальчишкой я справлюсь. Я все слышала, то, что ты задумала. Я не дам тебе это сделать. Ха-ха-ха! Глупые люди! Я же говорила, вода меня не сломает. Тогда я приму другие меры. То, что вы придумаете, глупые, вам со мной не сравнится. Возможно, мы и глупые, но тебя обхитрили. Ура! Получилось! She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Call the cab. Made space. And she said I won't answer if you call me.